Решил, короче, поснимать еще на основной канал. Поснимать такие будни, может, будет интересно. Короче, выложу, там посмотрю. Будет интересно, нет, вот одна машина у меня уже стоит. Dodge Ram. Вот, сейчас привезут еще один Ram. Только 3500-ый. Может быть, на них сделаю общий взор. Обзор на злой обзорщики, то есть сразу на две машины. По ним я очень много знаю. Как раз сделаю обзор, может быть, сколько стоит. Это я нахожусь, аукцион, короче, ай-яй-яй. Ну да, разные аукционы есть. Есть Копарт, есть ай-яй-яй, есть просто аукционы в разных городах простые. Не Копарт, ничего, просто аукционы. Вот. Потом у меня сейчас следующее движение. Это у меня сейчас будет еще один аукцион. Сегодня что-то у меня три аукциона. Вот это вот была участник, не участник, а просто автодилер какой-то, а так аукцион. Короче, вот так это выглядит, вон там аукцион, вот тут ездит фортлифт, без разбора привозит, увозит, где что цепанет. Все в основном вот на таких, вот тут вот парень на 5 машин сразу, у него, по-моему, 3 сверху, 2 снизу, короче, вот, вон он там тоже выгружает этого Рэма, только полуторного. Вот приехал чувак на Форде. Классный у него Форд, так все укомплектовано четко. Короче, вот все мы тут стоим. И большие, и маленькие. Я тут стою, короче. Вот одна машина есть. Это я выкладывал в Телеграм, как я делал ремонт. Подписывайтесь на Телеграм, все ссылки в описании. Там я как такие мелочи делаю, там что-нибудь выкладываю по обуви, по всему. Ну, кто меня давно смотрит, знает, что у меня канал обувь, одежда, стиль, лайф и так далее. Просто сейчас еще езжу уже долго, год, наверное. Ну, вот решил еще такое повыкладывать. На злой обзорщики обзоры машин. А здесь у меня лайф в основном, лайф. И тоже вся вот эти. Ну, короче, ждем. Вот на это запишу обзор. Это получается... Вот этот Рэм получается, я сейчас в Техасе, тут жарко. Этот Рэм у нас получается 2500 Рэм Heavy Duty дизель. Вот дизель, турбо дизель. Привезут 3500, не знаю, тоже дизель. Только не знаю, дули, не дули. По фотографиям непонятно, короче, что привезут. Вот. Поэтому как-то так. У меня вон это опять упало, надо ее поднимать. Она мне уже заколебала, у меня ключа нет, чем затянуть. Из-за этого она постоянно падает. Блин, сейчас буду затягивать вот так вот. Ладно, сниму, как привет. Что, парни, вот такого крокодила дали? Не знаю, буду за него писать обзор. На злой обзорщик не буду. То есть здесь уже, наверное, никто не посчитает, сколько это восстановление будет стоить. Дули. Думал, может, не дули, не дули. Год у него идет 16-й, что ли. Короче, вот такой крокодил. Вот 16-й, 13-й, посмотрю, короче. Если буду забор записывать обзор, то посмотрю. Колеса у него прикольные. Вот эти колеса, кстати, не дешевые, если вот так вот делать. Они такие тракторные, на дисках. Только отмывать все надо. Короче, вот такой вот. Не залазил, заклеил только вон фару. И капот был не закрыт. Закрыл капот. Мучился, правда, но закрыто, потому что он с перекосяк закрывается. Так что вот так вот. Починил опять этот плавник свой, поднял повыше, он привязал. Нужен ключ, у меня ключа нет, чтобы сделать. Короче, вот так, ладно, сейчас отфоткаю, поеду. Вот так как-то. Итак, парни, вот дали такую бумажку. Короче, за сколько там она продана была, этот Ford Escape, на этих бумажках не видно. Видно только, когда ты вернее, когда берут на каком-нибудь Копарте, там видно. На Манхейме, вот я сейчас нахожусь на аукционе, который просто аукцион, это не Копарт, не ай-яй-яй. Это аукционы, которые в разных городах есть, и, короче, которые, получается... Окей, thank you. Короче, не успел доснимать, меня чувак подвез, увидите. Вот. Короче, это один из аукционов, который просто аукцион, где проходит там раз в неделю, раз там во сколько там, по своему расписанию. И там человек такой есть, который бубнит постоянно. То есть быстро говорит,
и продают лоты. То есть здесь люди приходят, заранее смотрят и что-то покупают. То есть вот так. Ну вот я забираю вот такую тачку, называется Ford Escape. Вы, наверное, все ее знаете. Может быть, сделаю на нее обзор, может быть, нет, не знаю. В ней ничего вроде такого интересного нет. Ну, такая вот, битенькая, подбитенькая. Этот мне сказал, что она пришла на предыдущей неделе. Вот так выглядит, вся закоцанная, зацарапанная, в салоне вроде ничего. Пробег у ней получается, у ней пробег большой, 133 тысячи майлов. Ну, такая ничего, я ее запустил, сейчас сделаю, как говорится, в приложении инспекцию, и все. Вон здесь есть какая, вот это мощь. Битенькая, но мотор стоит, может, восстановят, продадут потом. Короче, как-то так. Ладно, все, погнали, а то еще грузить надо. Короче, покажу сейчас, что купил. Купил ключи, причем в миллиметрах они идут. О, не ключи, а эти вот так вот идут. Такая фирма. Так вот все написано, стоили со скидкой 23 бакса. Вот они, набор весь. Сейчас посмотрю сразу, чтобы зашли. Потому что мне вот эту гайку, вон она. Там ее не видно, вон она. Мне ничем не поднести, вернее, у меня ключа нету. У меня есть только болтоверт. И я вот эти вот буду... Попробую использовать. Вот. Короче, их подделы. Потом хавки купил на два с чем-то там пюрешкой и грудка. Бананы. Короче, взял. И все. Короче, вот так. Бананы это и это. Но это за счет фирмы. А это я уж сам поем сейчас, да в путь. Еще примерю головку, если подойдет, сама наденется на мой, на крутилку, то гуд сдавать не буду. Короче, примерю, покажу. Короче, вот из еды получается грудка в кляре, картошкой перцем посыпал еще, и этот еще взял. Короче, горчичку. Ну, вот так вот, приятного мне аппетита, будем есть, питаться, так скажем. Недорого, 2,50. На заправке, если это все возьмешь, примерно в таком же количестве, это баксов 6, а тут 2,50. Короче, сегодня вот так, вечер, закатик такой прикольный. Я заправился, он на той крайней. И что-то наушник сел. Не знаю, как там будет звук слышно, но держу близко камеру. И вон стоит. Вон две машины. Сегодня вот такая вот штука. Double Shot Energy. Не знаю, тут грамм 200. 443 миллилитра. Она сегодня от Pilot бесплатно. То есть на бонусы на какие-то, короче. Бесплатно. Вот они. Две тачки загруженные. Два монстра. Вот этот, конечно, вот этот вообще здоровый, ну как и мой. И вот этот поменьше чуть-чуть. Ну, в смысле, не такой тяжелый, как тот. Вот так вот. Ладно, погнали. Короче, вот довез его. Сейчас парни будут сцепкой жестко его зафигачивать. И покатят, наверное. Вот этот вот бандуру, вот эту всю. Потому что мы ее просто скатили, она не заводится, ничего. Просто столкали. Здесь они еще говорят на таком индиана, они говорят на таком жеваном языке. Ёп! В жеваном языке. Короче, надо им передачу им скидывать. Вот такая вот хрень, вся сбитая. Короче, я тут в полях. Сказали, что будут восстанавливать эту вот халабугу всю.
То есть она под восстановление скопорта. Я сейчас еще у них спрошу, сколько стоила она, вот эта вот вся штука. И он идет это на передаче 3,5 дизель на передаче. Первый раз такой видел. То есть такой вот. Ну, такой себе. Ну, колеса у него, конечно, прикольные. Покатят сейчас. Вон. Катится, я у него, конечно, спрошу, how much is truck. Ну, не знаю, как оно. How much this truck? Huh? How much? I don't know. I ain't got a clue. А, окей. Короче, сейчас поедут. Фиг знает, как он поедет. Ну, поехал. Короче, они его на жесткую степку взяли. Но он не рулится, то есть я не знаю, как он его будет заруливать туда. Я вообще без понятия. Типа он хочет его задом затолкать. Фиг знает вообще. Вот он уже принял позу. Сейчас назад будет толкать. Капец, а. Сегодня спал вообще в одежке, а он весь в одежке. Сегодня было утром 10 градусов. В одежке, даже в жилетке. Вон он крутит его руль. Пошел, когда крутится, короче, руль. Когда это, она едет. Поэтому я сидел в кабине, они его за колеса сталкивали. Но у меня горочка здесь получается. Под горочку ехали. Вон он его жопой пошел, толкает, толкает, толкает. Короче. И столкает сейчас. Ё-моё, молодцы мужики. Вот. Во всяких таких небольших городках, деревнях, селах они еще не перевелись. Херачат, почем зря. Короче, ладно, стропуюсь дальше. Доставлять вот тот надо, погнали. А, короче, вот, приехал забирать. Не знаю, вот какие-то такие. Ну, как обычно, непонятки. Типа, не успели предупредить и так далее. Вот у меня друг на такой работал. Ну, такое, где-то 1000 в неделю. 1000 плюс выходило, в принципе, и плюс 3 дня отдыха еще. Вот это поменьше, я даже не знаю, какие дадут. То есть, скорее всего, какие-то вот из этих побольше, которые 10. Короче, фитовые, по-моему. Ну вот он плюс еще вот сюда встанет. И будем смотреть, что получится. Потом сниму видосик небольшой. Вот эти бы два. Повезло бы тогда, они поменьше. Просто эти высокие, и придется ехать по автомагистралям, по основным. И главное, чтобы он проходил по высоте. Поэтому, может, где-то, где объезд, еще что-то. Будут какие-то мосты маленькие, он может не пройти. Короче, не знаю, люди, походу, чем-то раньше занимались, скупали что-то. У них всего до полна стоит. Либо у нее это склады просто стоят, короче. Мне вот такие вот прислали наклейки. Мне тоже такой прислали, как сказать, код. Вот написано так. У меня тоже. Do not please take care. То есть какая-то фирма здесь у ней оставила машины на сохранение. И потом кто-то, вот как я, такие приезжают, наверное, фирма продала, приезжают, забирают. Потому что вот это все, это склад. И парковка здесь, видно, люди приезжают, местные бросаются. Ну, такое. Город небольшой, маленький. Тут даже до трассы основной выезжать миль 15-20, потому что, короче, как-то так. Ну, я пустой. Эту фигню купил, ключи же. Затянул, притянул. Еще надо какую-нибудь прокладочку поставить. Вон там болт этот стоит. Вон он. Затянулся и поднялся, видите, у меня вон проточка, и поднялось вроде такая, получше стало. Ну, поднялось, потому что груза нет, сейчас загружусь, это все, конечно, опустится. Вот, ну, а так ничего, пойдет. О, фига себе, вот это ничего себе, оно цепануло-то, ё-моё. И вот так вот постоянно надо... Надо заматывать теперь, капец. Блин, еще вон ее выдернуло сюда. А это коннект. Это называется штука. Если она ее выдернуть,
у трейлера тормоза срабатывают, и он стопорится. Ну, это если на случай, что трейлер отцепляется. Вон что я. Короче, любое, вот, что-нибудь где-нибудь не посмотришь, забудешь. Еще какая-нибудь штучка. И может всякая штука случаться. Поэтому на любой заправке я проверяю, колеса хожу. Все ли нормально. Колеса пинаешь, все ли в колесах, типа, вот, у этих нормально и так далее. То есть, постоянно что-нибудь делаю, вот. Поэтому как-то так. А колеса не все нормальные. Где-то нормально, где-то ненормально. Короче, у меня вот эта вся трихомудина до канала. Вот. И ее цепляло, цепляет, короче. Не знаю, постоянно что-нибудь происходит. Постоянно надо за всем смотреть вот так вот. Ладно, сейчас буду эту штуку заматывать, чтобы она не коннектилась, не замыкала на корпус. Короче, вот два крокодила. Вот этот вот получше весь вообще. У него пробег 170, а у того 160. Этот 14 года еще младше. И он выглядит получше. А вот тот выглядит похуже, конечно. То есть этот прям, ну, нормальный. Такой бокстрак. На нем нормально можно чуть-чуть работать, зарабатывать. Ну, такой. За сколько их продали, я не знаю. Если будет, что, обзор запишу. Может, всем интересно, за сколько такие продали. Может, будет интересно купить и на таком поездить, поработать. Вот этот вот похуже выглядит. Он покоцанный побольше. Ну, как-то заводится постремней, короче. Ну, получше. У меня друг ездил, у него 200 с чем-то там пробег был. 250. А у этого 170. Еще молодой, короче. Гончая собака. Ну, такие вот. Сейчас загружу высоту, посмотрю, как это будет выглядеть. То есть, непонятно. На основе это все идет Форда 350-го. Flex Fuel, то есть... Может быть, какое-то совмещенное, что ли, топливо. То есть, ну, специальное такое есть топливо на заправках. Но более чистое, экологичное, что ли. Фиг знает. Короче, как-то так. Ладно, все. Буду загружать потом еще видос. Вон ряды поредели. Ну, что, вот такие две бандуры. Короче, офигеть просто. Понятия не имею вообще, как буду объезжать где-то что-то. Ну, просто трэш, блин. Охренеть. Все ветки, все посношу, походу. Хотя, у них вон защита там есть передняя. Может, повезет. Короче, вот так вот страповать буду. Вошли, я их не стал прям супер впритык, прям. Места хватит. Тут не сильно прям впритык стал ставить. Парами еще живые. И здесь тут 2 инча есть, 3 даже. Даже сколько тут? 2, а можно, 3, тут 2 инча, тут можно 3. Короче, вот такая вот сцепочка. Ладно, собираемся, погнали. Ну что, парни, вот так вот. Вот такая хуйня. Вот так вот здесь. Все разобрали. Это вот еще радиатор не ставили, это на кондиционер. Не стали его отключать. Короче, сначала думали, стало есть у меня этот, как он называется, тосол. Под дном ничего нет. Еду, все нормально, температура нормальная, но антифриз за день минус 4 литра. То есть с утра до вечера 4 литра. Я таких 2 залил. Короче, подумал, что что-то не так. Сначала думали, что фильтр АГР, по-моему, как-то так он называется. Сейчас не видно, вон там он стоит, длинный такой фильтр АГР. Но это не он. Причина, блядь, вот этого все. Разобрали все. Это пластик, хуястик. Причина, сейчас вам покажу, прикольная причина. Причина вот в этой хуйне. Радиатор. Радиатор вот здесь ссал. Вот. Ссал в течение дня и
Вот здесь, может, уже скоро бы зассал. Короче, сал в течение дня. И получается, после этого, когда он сал, он разбрызгивал все, и все выкипало. Поэтому ни под дном не было, нигде. И причина, блядь, конструктивная, да? Смотрим, раз. Издалека, вот тут сбоку можно посмотреть. Смотрите, по 4 отметки. Раз, два, три, четыре. Здесь. И в чем причина? Вот эти вот, это защита радиатора. Вот они, эти хуйнюшки, которые, блядь, короче, наебнули. Короче, эти штуки навернули радиатор. Конструктивная хуйня. А это еще маленький радиатор сверху стоял. Масляный. Вон чуть-чуть масла. Это на коробку. Потом через щуп, если что, зальем. То есть вот щуп на коробку. Туда зальем. Вот так вот, а там бабочки. Надо все почистить сейчас. Короче, вот так вот прям вот на ходу. Разобрали. Сейчас будем собирать. Вот такие будни. Всем удачи. Всем пока.